Привет! Ты попал на канал «Всяко разное с Китая». Я тебя приветствую. Посылка эта пришла мне с AliExpress. И что же, давайте распаковывать, смотреть. Вот таким образом тут все открывается. Ну, упаковали, конечно, для сумки, но это просто, я не знаю, лучше бы планшет сюда упаковали. Так, смотрим. Здесь у нас такая брошюрка от магазина. Здесь имеются вот такие вот QR-коды для получения купонов. Если надо, также отсканируйте. Так, сначала у нас идет полиэтиленовый пакет. Идет полиэтиленовый пакет. С одной стороны идет картонка, с другой стороны идет картон. За одну упаковку уже надо поставить 5 звезд. Ну что, выполнена она, прямо скажу я вам, действительно похожа на кожу. Такое прямо мощная какая-то толстая кожа. Реально, вот я пальцами беру, и она реально толстая. Зиппер, молния у нас металлическая. Открывается очень мягенько, без зацепов. Полностью идет карман. Сюда можно положить какие-либо документы, либо еще чего-нибудь. С другой стороны, вот видите, с одной стороны идет зиппер, и с другой стороны идет зиппер, молния. Также работает великолепно. И в этом кармане у нас такая же пустота. Здесь металл. Металл, такие мощные лямочки. Ну, идеально. Так, здесь что у нас? Эх, китаец, китаец. Смотрите, в общем-то, китаец на упаковку просто заморочился, реально. Смотрите. Сравним образец и нашу сумку. Ну, я лично различия не вижу. Ну, вот покажу вам разрез кожи. То есть, видите, верхний слой отличается от нижнего слоя. Такое чувство, что просто два слоя склеили, либо как-то соединили, не знаю. Ну, такая вот кожа у нас китайская. Давайте даже просто вот попробуем разрезать. Свежий разрез сделаем и посмотрим, что внутри. Вот так будет видно. Посмотрите, оцените. По-моему, не кожа, ребят. Внутри у нас вот такой огромный отсек. Кстати, видите, какая подкладочка. Вот такой кармашек здесь на зиппере внутри. Опять же, моя рука влазит. Но он по размерам примерно такой же, как и наружный. С другой стороны у нас вот такой просто кармашек без всяких там зипперов и тому подобного. Он не глубокий. То есть сюда можно положить смартфон, ключи от машины, не знаю, очки, там кошелек и что-нибудь еще. Ну и оставшееся пространство сумки у нас остается не занятое. Вот оно открыто. Можно положить даже какой-нибудь большой планшет. Если пользуетесь сумками и ищете какую-то обновку для себя, ну вот как вариант. Вообще прикольно, мне нравится. Выглядит стильно, классно. Ну, на этом все. Хочу вам пожелать крепкого здоровья. Но если вы нажали кнопочку подписаться, то значит мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока. AliPrice – ваш экономичный помощник для AliExpress, который дает возможность в удобном формате видеть одинаковые товары, рейтинг доверия продавцов, историю цен, обзоры с Итао и YouTube, быстрый доступ и цену в приложении. И все это прямо на страницах AliExpress. Установка в два клика. Заходим на сайт aliprice.com и нажимаем кнопку «Установить». Еще раз установить расширение. Готово! Переходим на AliExpress. Откроем интересующий нас товар. Все понятно с одного взгляда. Одинаковые товары, рейтинг доверия продавцов, история цен, обзоры с Итао и YouTube. Нажимаем на нужную иконку и получаем расширенную информацию. Вкладка «Поиск» показывает одинаковые товары из других продавцов. Сравните их и сделайте наилучший выбор. Вкладка «Рейтинг продавца» подробно расскажет о том, можно ли доверять этому продавцу и почему. Во вкладке «Динамика цены» вы увидите, как изменялась цена на товар. Действительно ли сейчас самая низкая цена или стоит поторговаться? И нет ли искусственной скидки? Обзоры. Отборные фото и видеообзоры с Итао и YouTube. Кроме того, в расширении есть быстрый доступ к меню AliExpress, и цена в приложении прямо на страницах AliExpress. Она всегда ниже. AliPrice помогает вам сэкономить деньги на AliExpress.